Хай-фай! С вами Ярослав Сумишевский. Вы смотрите проект «Народный махор», в котором мы ищем самых крутых певцов. Сегодня мы приехали к Аиде Винокуровой в ресторан «Астерия» на Нижегородской улице. Правда, мы приехали немножко раньше, на час. Я думаю, что, возможно, мы ее сейчас там не увидим, но в любом случае зайдем. Если ее не будет, мы поедим. Так, ну и вот. Мы стоим перед выбором, куда мы идем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Аида где работает? В каком зале? Наверху? Мы идем наверх. О, да. Здравствуйте, вы уже здесь, да? Да. О, класс, здорово. Пожалуйста. Очень приятно. Меня Ярослав зовут? Меня Аида зовут. Да. Очень приятно. Пойдемте. Аида Винокурова. Сценический псевдоним Аида Виннер. 25 лет. Педагог по вокалу. Подрабатывает в ресторане. Не замужем. Аида всегда была очень ответственным и умным ребенком. Закончила Волгоградскую консерваторию имени Серебрякова и Международный юридический институт. Недавно Аида приняла участие в благотворительном концерте в помощь онкобольным детям. Признается, что получила колоссальное удовольствие от того, что стала частью такого большого дела. Если выиграет главный приз, деньги потратит на запись авторской песни и снимет на нее клип. Я на самом деле думал, что вас еще тут нету. Думаю, сейчас мы еще поедем. Нет, ничего. Нет. Да? Заранее, да, пришли? Да. А ничего, что мы раньше, да? Нет. Нормально? Хорошо. Я прочитал ваши заявки о том, что вы закончили... Ой, не закончили, перешли с третьего класса в шестой. Да. Как так получилось? Ну, знаешь? Просто родители решили не мучить своего ребенка. В смысле не мучить? Мне кажется, наоборот, они мучили. Долго учили, пятый класс. Там был какой? Третий? Четвертый? Нет, был третий и шестой сразу. А пятый? Не было. Почему? Не знаю, так в школе. Но я перепрыгнула, получается, потому что я сдала экзамены и пошла в шестой класс. А, короче, можно ты, да? Ты была умным ребенком, да? Да. Представляешь? Да. Представляете? С третьего в шестой. Так, самое главное, песни какие будем петь? Песни мы будем петь «Не пара, не знакомы давно» и «Тайси повали, одолжила». Вот так, поехали. С третьего в шестой. Понятно? Они знакомы давно, но только не суждено быть им вместе. Ее семья и его не изменили. Увы. Украдкой видится днем, да по ночам телефон, как спасение, чтобы друг друга опять услышать и равно.
грустная песня. Если бы я слушал, я бы обязательно заплакал. Не знаю, как вы. Заходите на наш сайт mahor.ru, независимо от того, что плакали вы или нет, и голосуйте за Аиду Винокурову. Но я самоустраняюсь. С тебя сольная песня. После ветреной зимы, после вьюги, я взяла тебя взаймы у подруги. У подруги я тебя одолжил и головушку твою закружила. Обещала, что верну непременно, но во мне произошла перемена. Одолжила, одолжила твою голову, скружила и верну тебя, божилась, но со мной беда случилась, но со мной беда случилась, я сама в тебя влюбилась, я влюбилась и забыла, что тебя я одолжила. Я взяла тебя взаймы на неделю, а 7 дней давным-давно пролетело. Раньше, помню, я долги возвращала, а с тобой забыла, что обещала. А с тобой забыла я все на свете, как вернуть теперь тебя, кто ответит? Одолжила, одолжила твою голову, скружила и вернуть тебя божилась, но со мной беда случилась, но со мной беда случилась, я сама в тебя влюбилась, я влюбилась и забыла, что тебя я одолжила. У нас сегодня 2 песни были грустные, про любовниц и любовников. Вот как-то так случайно получилось. Любите друг друга, будьте счастливы, не изменяйте. Голосуйте за Аиду Винокурову на нашем сайте mahor.ru, и, возможно, она выиграет 200 тысяч рублей. Ха-ха-ха. Это не 100 тысяч. Ты уже знаешь, куда потратишь, если что? Да, конечно. Девочки всегда знают, куда потратить. Будет шопинг по полной программе, нет? Нет, я песню хочу. Песню хочешь купить? Да. А и записать? Да. Сама не пишешь? Нет. Видите, как выгодно писать саму песню. Не нужно ничего покупать. А тут нужно купить, записать и так далее. А тут нужно сам сочинил, сам записал и все сделал. А, также будьте активными, потому что самый активный из вас поедет отдыхать со мной, с нашей командой, отдыхать на теплое море. Вот. Для того, чтобы быть активными, вам нужно вступить в народную жюри на нашем сайте mahor.ru. А также хочу напомнить, что у нас есть спонсор, самый классный, постоянный спонсор — Еленский пищевой комбинат. У них очень все вкусно, все мясные консервы самые классные. Все, я думаю, что на этом мы закончили. Пока, до новых встреч, увидимся.